Амангельды Ага, как мы его называем, является председателем Совета ветеранов станции «Казахстан». И неспроста. Он имеет большой трудовой стаж и немалый опыт работы с людьми. По его личной инициативе он всех юбиляров поздравляет. Сам по личной инициативе обращается в областную их организацию, и они идут ему навстречу. Ну, там, небольшие подарки, сувениры он всегда готов преподнести каждому пенсионеру. Вот таких людей бы больше. Я, например, как председатель районного совета, очень удовлетворен его работой. В 1985 году Амангельды Каирлиевич удостоился награды «Знака за безопасность движения». А в 2004 году ему присвоено звание лауреата премии Фонда безопасности. В этом году Амангельды Ага заслуженно удостоился звания «Почетный гражданин Бурлинского района», получив награду из рук Акима района. Как человек, как гражданин, я бы сказал, он патриот своей работы. Здесь живет, здесь работает. Продолжительное время работал машинистом, тепловозом. Молодым он стал тепловозником. Это большое доверие к нему. Руководство оказало. Ну, с возрастом вышел уже на пенсию. Почетным гражданином является наш район. Недавно присвоено ему вот такое звание. Я считаю, что он оправдывает это. И в коллективе его уважают и старшее поколение, и молодые. Ну и мы, как я, как председатель районного совета, очень уважаю этого человека. Очень скромный, человечный. Амангельды Каирлиевич Баймуханов родился в 1954 году в Бурлинском районе. Окончил школу номер 1. После окончания школы стал работать на вагонном депо станции «Уральск» слесарем вагонов. Спустя 3 месяца способного и ответственного паренька Амангельды направили на учебу в дорожно-техническую школу станции «Казахстан» на помощника машиниста тепловоза. Отучившись 1,5 года, вернулся на прежнее место работы. В 1973 году его призвали на службу в ряды вооруженных сил. Отслужив, в 1975 году Амангельды Баймуханов поступил на работу в локомотивное депо станции «Уральск» по специальности помощника машиниста тепловоза. А затем, окончив еще одни курсы, стал работать сначала дублером, а потом и машинистом тепловоза. Параллельно заочно окончил Актюбинский техникум железнодорожного транспорта по специальности техник-электромеханик. Стаж работы Ольги Мещеряковой – 25 лет. Из них 11 лет она работала с Амангельды Ага. И как никто другой знает все тонкости работы на железной дороге. По ее словам, работа машиниста маневрового локомотива сложная и многогранная. Ведь железная дорога – это зона особого внимания, говорит она. Парк станции, подъездные пути предприятий – это постоянное движение маневровой работы. Нужно следить за положением стрелок, регулировать скорость движения маневрового состава. За период трудовой деятельности Амангельда зарекомендовал себя как грамотный специалист, дисциплинированный, ответственный, исполнительный, внимательный, порядочный, в коллективе пользуется авторитетом. Благодаря совершенству знания технических средств станций и местных инструкций, правильно и четко производил маневровую работу на станции. С качественных и количественных показателей работы станции при условии обеспечения безопасности движения и охраны труда. Вплоть до ухода на заслуженный отдых занимался обучением специалистов, подготовкой кадров. 1993 года и по настоящее время Амангельды Каирлиевич является председателем Совета ветеранов узла станции «Казахстан». Входит в Совет ветеранов Бурлинского района, занимается вопросами оказания помощи пенсионерам, железнодорожникам, согласно норм и правилам коллективного договора. Всего на станции «Казахстан» на учете 85 человек. Это бывшие работники вагонного путевого хозяйства, дистанции сигнализации и связи, электроснабжения, пассажирских перевозок, цеха движения и грузового цеха, ОРС, ЖД больницы и так далее. В честь юбилея 65-летия хотелось бы поздравить Амангельды Каирлиевича с юбилеем и пожелать, самое главное, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни.
Вместе с супругой Балзией Абдуловной, которая в настоящее время является также пенсионеркой, вырастили и воспитали 3 дочерей. Есть 1 внук. Амангельды Каирлиевич, являясь председателем Совета ветеранов, работников станции «Казахстан», всегда внимательно относится к людям, заслужившим почет и уважение, работая на железной дороге. Всегда найдет время и повод навестить их, узнать о здоровье и самочувствии ветеранов, поговорить об их пенсионерской жизни. К слову, Амангельды Баймуханов в течение 10 лет, с 1982 по 1990 годы вел общественную работу, был методистом по спорту станции «Казахстан». Амангельды Каирлиевич также имеет юбилейные медали: 50 лет железной дороги, юбилейная медаль Профсоюза Казахстана. Редакция телестудии «Карачаганак» поздравляет Амангельды Каирлиевича с юбилеем, выражает искренние пожелания здоровья и благополучия, заботы близких и уважения коллег. Майя Амирова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».